Для обсуждения было представлено 4 общественных пространства. Сквер в микрорайоне имени Лавочкина, пешеходная зона от водонапорной башни по улице Циолковского до Дома офицеров, парк Центральный в районе улицы Чкалова, стадион «Волга». В течение месяца у всех жителей Ахтубинска была возможность проголосовать за один из вариантов или предложить свой собственный. Для этого на первом этаже мэрии была установлена урна, и там же на стенде размещена информация о дизайн-проектах. Вчера, 28 февраля, проголосовать можно было уже на избирательных участках с 14 до 20.00 или в режиме онлайн, в интернете, на официальном сайте муниципалитета в течение суток. И вот сегодня подведены итоги. Члены общественной комиссии подписали протокол. Признать рейтинговое голосование по общественной территории муниципального образования города Ахтубинск состоявшимся. В связи с поступлением большого количества предложений жителей города по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2019 году, подсчет голосов, полученных в результате голосования, вести совокупно с поступившими предложениями. Утвердить следующие результаты. Сквер микрорайон имени Лавочкина 1043 голоса, первое место. Второе место — пешеходная зона от водонапорной башни до здания ПГКУ 89 дом офицеров 983 голоса. Третье место — стадион «Волга» 127 голосов. И четвертое место — парк районе улицы Чкалова 459 голосов. Рекомендовать администрациям города Ахтубинск при наличии денежных средств, учитывая минимальную разницу в количестве голосов по каждой отдельной общественной территории, выполнить работы по всем 4 заявленным бюллетеням территориям. И рекомендовать администрациям города Ахтубинск утвердить дизайн проекта 4 общественных территорий.